Всех приветствую в работе Nissan Juke. Очередной шедевр от Nissan. Салонный фильтр, который спрятан у нас вон там вдалеке. Чтобы его достать, желательно скинуть бардачок, чтобы было более удобно. Благо это не очень долго делается, откручиваются винтики и бардачок скидывается. Единственный момент у меня возник вот с этой фишкой, я не понял, как ее отстегнуть. Оказывается, на этом разъеме надо язычок вверх надавить, обычно всегда вниз на Тойотах, а здесь вверх. Ну и что мы, как говорится, видим? Очередной шедевр гениальной мысли от концерна Nissan, а именно заключающийся в том, что через маленькое отверстие надо засунуть вот такой вот большой фильтр. Ну, я считаю это очередным конструкторским бредом. Очередной выговор я заношу в трудовую копилку компании Nissan. Если инженеры Nissan меня смотрят, то знайте, что вы, ребята, мудаки. Благодарю всех за внимание. Всем желаю удачи.